Всем привет! Сегодня я прибыл на озеро Луговое, чтобы получить сатисфакцию за вчерашнюю не очень удачную рыбалку на Днепре и в заливах Днепра. Рыба вчера клевала очень плохо. Удалось поймать всего лишь одного маленького судачка на балансир. Поэтому решил сегодня прийти на, так сказать, домашний водоемчик и половить окуня здесь, недалеко от берега я не пойду, а там вон уже открытая вода, лед не очень надежный. Вот здесь пробурю лунки вдоль камыша и буду пытаться что-нибудь поймать. На балансирчики и мормышку с малинкой. Такой вот лед вместе с наледью. Немножко очково, если честно. Ледобур Житомирский 130. Проверим, вообще тут окунь-то есть или нет. Я подраспугался он, конечно, наверное. Пока я лунки-то делал. Ну, может, подойдет. Осенью был. В этих камышах окунь. Вот первый окунек. Не крупный. Особо гигантов тут, конечно, нету, но такие грамм 100 вполне могут попасться. Есть в камышах. Такой уже приятно подержать на леске такого. Ну как-то пока все единично, по одному окуньку с лунки. Ну хоть так клюет. Попробовал блеснить и на балансир. Тишина. Будем искать. Ну вот, сделал еще некоторое количество лунок, собрал удочку под балансир, буду пробовать балансирить. Вот такой вот балансирчик, кропаль Нью 3 сантиметра. А потом их покажу, эти балансиры. Очень интересные и недорогие. Кое-какая активность имеется у окуня. Возможно, он соизволит взять и на балансир.
около коряги попробуем. Около дерева. Все как полагается. Не знаю, как влияет отпускание на зимней рыбалке. Но что-то пока что я двух окуней с лунки еще не поймал сегодня. Было. Вот, разбурился у других коряг. Сейчас посмотрим, есть ли здесь окунь. Блин, такая глубина тут. Рельеф, конечно. Жесть просто. Да сколько ж тут? Ё-моё. Дно. Не знаю, сколько тут метров. Ну, гораздо глубже, чем там, где я ловил. Хотя вот недалеко от берега. Вот тут тоже навалены какие-то деревья. Смотрим, что с глубиной. Тоже глубоко. Уже несколько лунок обошел. Ничего не попалось. Что-то совсем перестало клевать. Полдень. Утром клевало лучше. Надо, наверное, было с самого рассвета здесь ловить, а я пришел позднее.
Ну что ж, удовольствие получено, рыба поймана. Можно идти домой. А какой из всего этого вывод? Отправляясь на рыбалку куда-то далеко, мы в первую очередь платим за возможность поймать большую рыбу и хорошо половить. Но гарантию никто, конечно же, не даст. И совершенно не обязательно, чтобы просто поймать рыбу, ехать так далеко. Можно все это сделать на ближайшем водоеме, как сегодня и произошло. Спасибо за внимание. До новых встреч. Ну все, не клюет больше сегодня. Не знаю, что еще сделать. Везде пробовал, и у берега в камышах, и в корягах, где поглубже. Не клюет.